Сегодня стало известно, что в Казани покончил с собой подросток. Как сообщили в Следственном комитете республики, незадолго до этого он сказал родителям, что идет кормить собаку. Нашли сына в гараже. Мальчик повесился на поводке. Начата проверка. 9 мая около 18 часов в поселке Киндери города Казани покончил жизнь 13-летний подросток. Незадолго до гибели он сообщил родителям, что идет кормить собаку. А спустя некоторое время, обеспокоенные отсутствием сына супруги, обнаружили его повесившимся в гараже на собачьем поводке. Прибывшие на место происшествия медики пытались провести реанимационные мероприятия, однако они оказались безуспешны. По предварительным данным, ребенок воспитывался в благополучной семье и хорошо учился. Однако незадолго до трагедии получил неудовлетворительную оценку и в связи с этим даже спрятал свой дневник у одноклассника. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.